Привет! Sveiki! Я буду говорить на русском, потому что этот язык выучил еще, когда был в рекрутах советской армии. Я очень горжусь тем, что меня сейчас снимают. И, наверное, вы увидите. Меня в случае того, что мои коллеги собрали несколько вещей, которые, я надеюсь, будут чуть-чуть полезны вам. Мы очень желаем вам крепкого здоровья и отваги, которые вам уже хватает, и даже может иногда и столько, что трудно и представить себе, откуда вы ее берете. Но мы будем молиться за вас. Слава Украине! Героям слава! Это самое, что мы можем сделать для вас. Желаем вам всем, чтобы вы скорее возвратились домой к своим детям, семьям. Вам всем и счастья, чтобы все это победили. За вашу и нашу свободу. Повернитесь с перемогой. Держитесь, ребята. Здоровья вам. Огромного счастья вам и вашему дому. Здравствуйте. Это вам, ребята, вам. Но это не все. Будет еще. Там еще будет. Ну вот, хлопцы, мы собираем вам всякие вещи. Александр привезет вам. И это если продукты питания и гигиены, и разные одежда, носки, конфеты, шампунь и всякое другое. Да?
работники нашей библиотеки принесли эти вещи, чтобы Александр отвез вам. Разом для перемоги. Уж теперь зуба. Так и будет. Привет. Слава Литве. Спасибо. Мы по неверным. Нас встречают с видеокамерой. Да. Мы ждем вас. Добрый день. Наверное, же один усюк. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Это рисунки от детей. Это и рисунки, и карточки. Я посмотрю. Я не знаю. До Рождества. Вот смотрите, это на Рождество. Да. Поделали рисунки, карточки. Смотрите, какие классные. Да. Смотрите, все поддержку нашим хлопцам. Да. А тут... Да. Рисунки, да. Тоже. Это по Невеже, правильно? Поневежь? Да, конечно, конечно. Да, районная библиотека. Это муниципальная. Это округа. Округа. Всего округа, да. Да. Пойдем дальше. Ну вот, а тут что у меня не было? Вот тут так. Немножко. Чуть-чуть. Ну, да. Это очень тяжелый. До кого не обращались? Все их. Да, нет, все нормально. Все разето. Все разложим. Все будет хорошо. А вы сняли, что тут именно в пакете? Ну, ящик? Не все, но да. Да, молодцы. Частично так. Молодцы. Потому что ну, смотрите, мы уже. Какую резину взяли. Нормально. Закроем. Все, салон поплаживаем. Ага, вроде реабилитацию прошел. Опять нога болезнь. Опять жопа. Не помогает ничего. Реабилитации только так. Вы знаете, я, кстати, рады. Лучше. Я, кстати, рады. Вы знаете, был той, кто помогло. Я даже забыл. Бывали такие моменты, что я и забыл, что у меня нога даже болит. Ну, хорошо. Да. О, это ж тяжелое. Не носите тяжелое. Нормально. Не надо. Это не тяжелое. Мы привыкли. Да что вы, что? Мы книги. Ну, насчет этого я знаю. Все время. У вас, честно, у вас самый адский труд. Так разобраться. Потому что я знаю, что библиотека. А еще как... Tai aš jūs sėgiai karpys čia. Gerai, aš jokauju. Norėjau įti pro teną ten, turiu kokią sėgį. Oho. Spad kustą, visi snimojate. Potom vė paložite. Da, šias. Odložyti nemožką. Ну, поверьте, вот эта сумка с какой-то... Это влажные салфетки, да? Да. Засранца. Чтоб чистее были. Так, а вы знаете, лишний раз приезжаешь... Чистенькие. Смотришь, просил. Вкусно пахнущие. Да. А вы знаете, ну, мне, например, мне все равно, когда-то да, у нас был скандал по поводу того, что военного выгнали из поезда. С вагона за то, что он воняет. Грязный. Раздули такой скандал, но получали там. Получили люди. Ой, я не сюда. Ну, это большое. Сейчас попробуем. Что-то я с маленькой машиной сегодня к вам приехал. Ага, что-то не очень. Рисунки там стоят. А вот смотрите, тоже видите. Это жена вчера набрала. Тоже помогали. Можете заснять.
смотрите, тоже кофе вчера в Максиме скупились. Это наш постоянный литовский друг Аурелиус. Постоянно какие-то рисунки, какие-то, знаете, сувениры литовские. Я наклейки на машину. Все. Все возит, все дает. Кофе это, давайте. Давайте я открою, сфотографируемся вместе. Раз так все красиво, так все официально. Потому что у нас... Не, я возьму сейчас, я возьму там парочку. Ну хорошо. Потому что как-то у нас постоянно, блин, вот это было двухногий стоп-класс. Давайте сфотографируемся возле машины, ходите. Давайте. Алгимантай, не побегит, вы сырги. Там надалевауете. Побегите. Россия плачет. Да? Да. Вам будет. Там есть такие записи. Некоторые будут. Есть, пишут. Ну, о, это я. Так что машину видно было. Если можно, фотографию сделайте. Это будет память у нас. Я сделаю из видео. Просто скрины сделаете. Да, да, да. Есть такая рута, которая помогает. Вот это спасибо очень большое. Спасибо вам, что нашли нас. Да. Это не я вас нашел, это судьба нашла. Знаете, я вам так скажу, если человек помогает, его всегда добро найдет. А если человек хочет добра, то этому человеку надо начать делать добро. Вот тогда у него будет добро. Согласна. И 100%.